200 миллионов долларов на стратегию развития блокчейн-технологий планирует направить Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея. По плану будет основано более 100 компаний и порядка 10 тысяч профессионалов отрасли для дальнейшего развития технологий и продвижения блокчейн-разработок. Поддержку на правительственном уровне уже со следующего года получат 6 проектов на основе блокчейн. Направление деятельности проектов в сфере электронного документооборота, таможня, морская логистика и не только. Будет также оказана поддержка проектам в сфере баз, блокчейн as a service, а также исследовательским группам.